Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Домастер, и сегодня мы вместе с вами поиграем в SkyWars на сервере Crystalix. Играем мы самый последний сервер, 13-й для игры в SkyWars. Ну что ж, полетели, будем играть сегодня за лучника. Этот сервер с покемонами, ну то есть карта покемоны, довольно-таки прикольная, она не так часто играла, если честно. И здесь мы будем бегать по разным покеболам для того, чтобы достать наших противников и просто убить их. Ну что ж, поехали. Да, надоели мне все эти зарубежные всякие скайварсы, хотя они чем-то лучше, ну, они реально лучше. Пока что, потому что мы работаем над новым скайварсом, это честно, работаем. Вот, но... Знаете, короче, я решил все-таки вернуться к Кристалликсу, потому что надоело уж там везде играть, а здесь что-то играю мало. И, так, погодите, здесь сундука для лишнего случая нет? Нет его, значит. Так, ну что ж, у нас лук это большое преимущество, и нужно будет с ним, воспользоваться. А именно добить вон того пацана, это жесть, он убил его, я добил его. Пацан не ожидал, потому что с кучей дропа просто с двух чуваков, нужно быстрее идти туда. Пацаны такие дрались, ничто не предвещало беды, кроме того, что демастер пришел и добил пацана с лука просто. Так, у меня блужник есть, его потратил, этот дебил, надо было сделать топор каменный, и было бы получше. Теперь придется рубить все рукой, ну ладно. Ладно, этого дерева, в принципе, должно хватить, чтобы добраться, наверное, до того острова, потому что там реально куча лута, железный меч. Я думаю, что туда будет правильно сходить, это хорошее местечко. Возможно, там еще будет у нас для стрел что-нибудь интересненькое. Чувак пишет мне мир, но на самом деле сейчас начнет мне какие-нибудь снежки, и я сольюсь. Но я все равно буду строиться, потому что надеюсь на то, что он все-таки адекватно и не просто кидает мне мир. Ну, типа... О, отлично, мы насосали здесь кучу стрел, офигеть, 40 стрел, ребята, живем. 40 стрел, вот эта тема. И железный меч у нас теперь есть, железный меч, алмазные штанишки, о, кремний, так это не 40 стрел, ребят, это я вас обманул, это еще больше, боже ж ты мой, сколько здесь еще дропа, лута, офигеть. Так, ну что ж, похаваем хлебушка, и можно перебираться на следующий остров. Здесь дофигища блоков, дофигища кожаной брони, давайте-ка мы все скинем быстренько, пока никто не идет. Блин, боже мой, я накидал себе еще больше всякого дерьма в инвентарь. Зачем они подбирают лишние вещи этого инвентарь, ё-моё. Столько лишнего. Ой, пролагало у меня. Хорошо, тебе все окей. Так, отлично, ребятки. Ну что ж, давайте. Давайте доследуем за следующей жертвой. Вон за тем пацаном, пацанчик. Как ты там живешь? Как твои дела? Что ж ты отдыхаешь-то? Сундук смотришь. Не смотри в сундук. До свидания, все. Это был Warface 777. Мы убили Warface, блин, Майл.ру будут, короче, не рады тому, что мы убили их творение. Ну, бедный Warface, что сказать. Блин, меня сейчас с луком могут так легко убить. Я прям, как сейчас, знаете, как мишень живая. Когда так вот делают, так, ну что же, что у него здесь было-то? Ну, ничего ценного, такой был персонаж, так сказать, второстепенный. Ничего ценного у него, к сожалению, не было. Так, ну вот, конечно, топор мы оставим. Кирка у нас тоже есть, но это все нужно повыкидывать нафиг. И один кремний выкинул. Нет, как я мог выкинуть кремний? Ладно, строимся дальше. О, смотрите, еще один пацанчик. Тоже хочет умереть? Тоже хочет умереть. Оп! Стрела его не подбила, что ли? Все, он спрятался. Боже мой, этот парень взял и спрятался. Ну что ты спрятался? У него тоже лук есть, смотри-ка, раз. Мы по нему уже два раза, а по нему нам только один. Еще раз по нему попадем, у него будет очень мало хп, возможно, даже будет критическое здоровье. Ладно, мы пока начнем строиться к нему. Желательно так, чтобы он нас не скинул из лука. А он может. Он может. Так, сзади к нам никто не идет, это тоже хорошо. Уже недалеко осталось, нужно быстрее простроиться. Хорош, демастер, хорош. Куча огня, будет тяжело туда перепрыгивать, если честно, мне лично будет не очень тяжело это делать. Так, там какой-то чувак еще стоит, от стрелы уворачивается, ну ничего страшного, сейчас мы пойдем. А черт, что-то задумал, он, наверное, там построил блок, и типа, если прыгаешь к нему, то он тебя может бить, а ты по нему не можешь бить. Видела такую систему, уже нет, смотри-ка, оп, вышел, ну-ка раз, ну-ка два, ну-ка давай там. Смотрите, сразу же выходит, пофиг, я загорюсь, но зато я его убью. Давай, слезь, парень. И тот чувак тоже из лука стреляет, видите, у того чувака тоже есть лук. Ну ничего страшного, главное, что мы выжили. Сколько, три человека осталось на игре. Меня могут убить сзади, если захотят. Нужно убить этого пацана, кстати, да, можно же залезать на этих покемонов, только я не вижу в них никакого смысла. Так. А, что у нас там по хп-то? Все плохо, да? Не, нормально, нормально, покатит. Так, ладно, не будем дарить ему стрелы, потому что я не знаю, сколько у него стрел. Вот, ну видите, сразу же мне их выхаркал тут все.
У нас 26 стрел. 10 здесь верстак. Да, здесь есть верстак. Давайте скрафтим себе еще стрел. Чтобы более в них не нуждаться. Все, видите, у нас 54 стрелы. Вот. И начнем строиться к этому пацану. Он, конечно, будет стрелять по нам из лука. Это вполне ожидаемо. Какие скрины, чувак. Никаких скринов здесь на моей смене. На, 3 раза в него упал. 4. У него очень мало хп. Если он сейчас еще выглянет на хотя бы один выстрел, то все, ему жопа. И он это сам понимает. Но он почему-то все равно пытается меня убить. Просто я выстрелом промазал. Оп! Нет, выжил, как выжил? То у него не должно быть столько хп. Я же ему там с полной натяжки 2 стрелы минимум дал. И еще 2 с неполной. А, смотрите, отъедается. Еще же один выстрел, чувак. Как ты там так живешь долго? Между этими блоками что-то тебя не простреливается? Я его накормил прямо миллионом стрел. Не могу почему-то в него упасть. О, упал, отлично. У него прямо очень мало хп сейчас. Он все равно стреляет по мне, засранец. Может, меня такими темпами сам убить, блин. Чуть пролагивает, нужно покушать. А сзади никто не идет? Не идет. Хорошо. Возможно, тот последний, который остался против нас, он АФКшит вообще где-нибудь, либо где-нибудь что-то строит. Ну, как обычно, короче, начинает играть в цивилизацию на Скайварсе. Надо бы этому пацану попасть, он там так сидит хорошо. Как же он там хорошо сидит-то? У меня уже 4 сердца. Все, пока лезть не будем, нужно спрятаться. У него тоже должно быть херово по здоровью, но по мне очень много раз попал, больше, чем я по нему. Блин, только я поменялся. Какой он тайминг ловит, а? Только я меняюсь на меч, он сразу вылазит. Нужно просто выстрелить, долг он предугадать его выход наверх. Я все равно ему уже много стрел отдал, у него там около 30 стрел должно быть. Я не считаю тех, которые у него были. Отлично, я по нему тоже попал. Нужно стараться с полной натяжки по нему попадать. Все, он зашел за камни. Намного лучше. Отлично, раз и улетел. Хух, блин, такое жесткое с ним попа было долго. Как меня оно напрягало, если честно, ребята, не знаю. Что-то он куда-то был потный. Я не знаю, я бы ему столько раз попал, почему он не умирал? У него вроде была не какая-то эпичная броня, обычная броня была у пацана. Че он так долго жил, хрен знает. А вот еще один пацан, да, который, видимо, в воздухе завис. Будем ли к нему подходить? Давайте все-таки построим дорожечку, чтобы с ним потом так долго не париться. Да, он, видимо, вообще умер там. Нет, смотрите, он живой, лол, он живой. Он живой! Надо было по нему стрелять, пока он был мертвый. Что-то не продумал я этот план. Блин, ты как там... Это что за читерский верстак, который защищает его сверху, лол? Блин, не могу... О, удочка, все, я понял, это удочные воины пошли, да? Ладно, сейчас сделаем по-другому. Сделаем себе вышку для стрельбы. Давно я не играл в Skywars, разучился вообще стрелять из лука. Да как это? Что за верстак такой читерный? Вообще, что за фигня? Верстак, боже мой, это верстак, который жрет стрелы. Не знаю, парень нашел какой-то баг в Майнкрафте. Как этот верстак не пропускает стрелы, да я понять не могу, что это за дерьмо? Они просто в него втыкаются. Вот, нормально, о, у него тоже есть лук, я ему уже кучу стрел надарил, да? Раз, два. Три. Может, что даже должен понять, что у него мало хп, я должен отступить. Ой, стреляет, стреляет, стреляет. Не хочу слиться в такой момент, когда уже все так хорошо шло. Тут не полная натяжка была, но он все равно должен пройти нормальный урон. Что у него кожаный нагрудник и броня такая. О, наконец-то убрал этот адский верстак. Отлично, от меня стрела отлетела. Баги Майнкрафта мне всегда помогают. Даже на Хайпиксе или не только на Кристалликсе. Отлично, еще раз попал. Давай выпрыгивай, парень, я знаю, что ты там. Ладно, будем играть на Верочку. Понятно, все. А у меня, в принципе, дарит стрелы. Пока мы можем жрать его стрелы. Он хорошо стрелять-то начал, а? Что на него нашло? Он что, не хочет проигрывать, что ли? Нам нужно больше блоков. Для того, чтобы сделать так, как я хочу. Чтобы проигрывать-то я не хочу, если честно, ребята. Убить из лука, видимо, не получится. Пацана, нужно было стрелять, пока он покашил. Что я об этом не подумал. И сейчас из этого, видите... А, все, он стрелся, что ли? Он просто засал и покинул игру, лол. Ну вот такие дела, дорогие друзья, вот так вот мы поиграли с вами вместе с Skywars, это было достаточно прикольно, мне лично понравилось, лол, ну чувак взял и покинул игру, это вообще жесть.
давно не играл на Crystallix, и это была моя первая игра за все время, что я не играл на Skywars и Crystallix, и она была победной. Но, честно признаюсь, не была слишком тяжелой, я даже просто в нее поиграл. Эти перестрелки бесконечные, не знаю, что за фигня, что-то луки мало дамажишь, что ли. Ну, это просто привык на хайпикселе, когда лук на Power 3 тебе дают, и ты по алмазке стреляешь, он там просто бах-бах, три выстрела, и чувак умер, а по кожанке там вообще с двух выстрелов буквально убиваешь. Вот, ну ладно. В принципе, на этом все. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. На этом я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Если вы больше хотите SkyWars на Crystallix, то обязательно ставьте лойсы. Ну, на этом все. Всем удачи и всем пока-пока. Пока.